Михаил Саакашвили повздорил с главой райсовета. Об этом на своей странице в Facebook написал Павел Бойченко. Вслед за президентом экс-губернатор решил проинспектировать трассу Спасская-Вилково. Саакашвили утверждал, что деньги на ремонт дороги выделили благодаря его усилиям. Но глава Килийского райсовета заявил, что это человек, который много обещал, но так ничего и не сделал. Из-за этого возникла словесная перепалка. Вы приехали к нам в район только после того, как мы сказали, что перекроем дорогу. Ты не ноги влезал, милый тому. Послушай, я рад, что вы так видите свои ноги, да позор вам.